назвать так видео. Братья эстеты Organic Twins. Созданы для Ютуба. И это был канал Sport Plaza. Друзья, всем привет! Сегодня снимаем видео в Метрофлексе, в легендарном зале Метрофлекс с ребятами, которых зовут Organic Twins. Вот, я когда в Инстаграме их представил, оказывается, очень многие знали о них, но не были в курсе, что они русские, что они... Одни из нас. Да, что они наши парни. В общем, они 10 лет назад приехали в Америку, свои соцсети изначально начали вести на английском языке, поэтому такая вот ситуация получилась. Будем отрывать грудные. Будем взрывать грудные. Парни сказали, что это у них любимая body part, любимая мышечная группа, поэтому будем сегодня тренировать грудные. И в процессе знакомиться с парнями, они расскажут о своем пути в Америке. У них уже неплохие результаты, и они развиваются в западном направлении. Я думаю, что очень многим спортсменам, очень многим ребятам, которые в блогерстве хотят развиваться, будет интересна эта тема. Погнали! Поехали! Очень важно размяться. Настоящий хардкор. Все, что вы слышали об этом зале, так на самом деле есть. Грязно, пыльно, душно, жарко. Все вот такое вот изношенное. Но это такая атмосфера, это такой зал, и сюда приходят люди поработать, да, за делом приходят. Красивые, блестящие гантели какие. Прям созданы для Ютуба. В общем, поочередно делаем на наклонной скамье, вот таким образом, в верхней точке. Сохраняем напряжение небольшое. По 10 раз на каждую сторону. Ну, то есть не гоню. Кстати, у ребят очень интересные имена, необычные. Сейчас жмет Риваль. Меня зовут Рубин. Рубин и Риваль. Спасибо нашей маме за наши имена. Мам, ты молодец, ты супер. Расскажите, парни, вообще, ну вы сказали уже, что вы 10 лет назад приехали, да, в Америку? 9,5. И приехали вы в Нью-Йорк. Да. Первым городом был Нью-Йорк, Бруклин, Нью-Йорк. Там мы прожили 4,5 года и решили переехать в Лос-Анджелес. Ну вот именно фитнесом. Вы тренироваться начали уже давно, уже тогда, да? Уже в 19 лет мы начали тренироваться. Сейчас вам сколько? 29. Ага, то есть 10 лет вы тренируетесь, начали тренироваться, приехали в Америку. Но соцсетями вы начали заниматься вот относительно недавно. Год и два месяца. Год и два месяца. И в итоге у нас... Ну, уже неплохо выстрелили, неплохо, да? Только начало. Было вот что-то такое вот переломное, то есть вот что вы почувствовали, что бум, и вот пошло. Ну смотри, первые два месяца наш инстаграм вообще был тихим. Никто не комментировал, никто не лайкал. Мы выставляли наши посты 7 дней в неделю. И ну уже действительно надоело ждать, когда рванет. Потом мы получили шатаут. Шатаут — это в смысле, когда о вас говорят или на вас делают ссылку в другой... Репост. Да, репост. Сняли видео, где мы спозировали. Видос пошел вайрал, все начали репостить, тем самым мы зарвали. А что на странице у вас делала? Dispatch, но она посвящена Дизу. Понял. И вот нас репостили. Ну, короче, эстеты. Вот, ну, да. Братья эстеты. Я думаю, назвать так видео. Братья эстеты Organic Twins. Вы же за эстетику? Абсолютно. Абсолютно. Не только эстетика, масс эстетикс. Любим массу и эстетику. Вы уже свой какой-то придумали слоган, да? это не наше слово, оно есть в народе. Мастерикс, я ни разу не слышал. Это ты массивный, я эстетичный. Ты можешь классик физик к этой категории. Мастерикс. Что, погнали? Давай. Опа, слова до горячие. Давай. Метрофлексе, принципиально важно гантели бросать. Как можно громче. Я
Wait. 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 Move. Move. Когда мы приходим в зал, действительно я ощущаю себя Халком. Uh-huh. Памп, энергия. Обожаю это дело. Iron Addict. Бэт. Офигенно, офигенно. Если вы хотите такие же сечения грудных, сжимайте свою грудь по максимуму. И также растягиваем полную амплитуду. Отлично. Давай, 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 давай. Офигенно. Офигенно. Давай двумя. Еще два, три, два, три, два, три. Выжимай. Отлично. Еще. Офигенно. Да. Или. Давай, давай. Вставляешь все в суставы и отдыхаешь. Немножко сохраняй, отдавай угол. Вот, вот так вот держи. А, понял? Так тяжелее. Let's go. Давай, 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 давай. Оп. Оп. И оп. Машина. Еще. Давай, давай. Пошел. Давай-давай-давай. Красавец. Давай, напряги. Напряги груди между сетами. Это очень полезно, напрягать груди, ну вообще мышцы между сетами, чтобы прилив крови, ну больше был прилив крови. Усиливать памп, да? Да, усиливать памп, однозначно. Ребят, мы любим работать до отказа. Работает идеально вообще для нас. Короче, делаем одно упражнение, пока не сдохнем потом. Давай, давай, давай. Слишком легко. Я шучу. Мощнее. Давай, пошел. Отлично. Отлично. Когда вы приехали в Лос-Анджелес? Первый раз мы приехали в LA в 2014 году, просто на отдых. Ага. В декабре. Погода была идеальная, лето. Ну, мы на сразу... фоне Нью-Йорка так особенно. Да, на фоне Нью-Йорка. В Нью-Йорке погода ужасная зимой. Холодно, даже холоднее, чем в России, кажется, иногда. Ага. Приехали в LA. Пальмы, горы, океан, красота. Круглогодичный курорт. Да. Я сказал, то, что давай переезжаем. И Рубин меня поддержал. Ага. Мы переехали. В Лос-Анджелесе уже 4,5 года. А, то есть вы приехали. Так что мы kind of locals. Ага. Ну окей, если вы только начали заниматься соцсетями, ну такой шкурный вопрос, денежный. Чем вы зарабатывали себе на жизнь, вот, допустим, я не знаю, вот эти все эти года в Америке, okay, без соцсетей. Сейчас соцсети начинают приносить какие-то деньги, это может уже как-то вас обеспечивать. А как это было раньше? Блин, чем только не занимались. Вот, когда приехали, работали в мувинге, это перевозка мебели с одного дома на другой, когда люди переезжают. Да, также занимались Амазоном, покупали, допустим, кейсы. Нет, телефоны, кейсы для айфонов, для Самсунга. Чехлы, кейсы, пацаны, да, же американизировались. Перевозили в огромном количестве с Китая, привозили на вархаузе Амазона на склады и тем самым продавали. Потом занимались немного персональным тренингом. Ага. И сейчас у нас свой... В Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе уже тоже? В LA тренировали кого-то, да? Да. Но не так усердно, я имею в виду. Это не было фулл-тайм. Ага. Мы больше акцентировались на Амазон, на такие вещи. И сейчас у нас свой веб-сайт.
где мы продаем планы питания и тренировок, помогаем людям выглядеть хорошо. Ну, у нас в русскоязычном сегменте сфера не очень развита, потому что люди с большим недоверием относятся вот к этим программам онлайн, всяким платным. Не хочется об этом говорить, но на самом деле аудитория на Западе дружелюбнее, чем наша, к сожалению. У нас, я не говорю за всех, у меня, слава богу, аудитория на Спортфазе хорошая, правильная аудитория. Но, в принципе, вы сами знаете, о чем я говорю, очень много зашкварных всяких групп, очень много хейта, очень много грязи. Каналы прям специализируются некоторые на контенте всяком, на негативе. Так вот, в западном медиапространстве этого практически нет. Все друг друга поддерживают. Все работают друг с другом. Все коллаборации делают, потому что все понимают, что в конечном итоге усиливают друг друга и помогают друг другу. Абсолютно. Поэтому вот у парней нормально получается, это основной источник дохода, это у вас продажи вот этих онлайн-продакций. Да, и спонсоры. Да? Спонсоры вот только-только начинают появляться, но сразу большие, да? Так что пацаны на верном пути. Что, давайте. Очень классно прожимает. Это именно такое упражнение, вот так? Да. Первый раз будем пробовать. Ребят, век живи, век учись. Так что никогда не бойтесь пробовать что-то новое. Ребят, хочу разыграть банку предтрена от MyProtein. Среди вас все, что нужно для участия, всего лишь оставить комментарий под этим видео. В стори своего инстаграма я проведу розыгрыш и покажу, кто победил в этом конкурсе. Ну и пользуясь случаем, хочу вам напомнить о том, что ссылка на сайт MyProtein всегда в описании под этим видео, а промокод SFAZA всегда даст вам отличные скидки вплоть до 40%. Поэтому проходите по ссылке, покупайте SportPit, английский бренд, качество. Доставка 10 дней, и напрямую из Англии продукция приезжает прямо к вам домой.
MyProtein. Удачи в конкурсе. Смотрите ролик дальше. Welcome to the club. Поднажми сзади. Давай. Давай, давай, давай. Еще. Это, кстати, местная собака Метрофлекс. Мы когда снимали выпуск с Денисом Семенихиным, если вы помните, я немножко ее показал. Она здесь живет, у нее нет хозяина, она просто... Это ее дом, Метрофлекс. Вот такая, я не знаю, то ли она супер счастливая, что у нее так много любящих людей, то ли она несчастная, потому что у нее нет хозяина. Ну, в общем, есть как есть. Собака Метрофлекс, Long Beach. Ребят, ну, расскажите мне вообще, с чего начался ваш путь? Наверное, бодибилдинг вы не сразу начали заниматься, прям качаться. До этого, наверное, тоже что-то было у вас? Так, начали мы с боксов. Старший брат нас привел в секцию бокса, занимались. Старший брат, ну не родной, так родной. Нет, он родной. А у вас еще родной? Еще Ленар. Привет, Ленар. Большое тебе спасибо за все. А насколько он старше? На 8 лет. Ну, большая разница такая. А похож он с вами? А, не совсем. Нет? Ну, красавец. Да, еще один. Okay. Привел нас в секцию боксов. Привел в бокс, да. Да, помогло нам очень сильно. Это во сколько лет было? В 5. Ты знаешь, 5 лет. Ставил нас на лапы. Занимайтесь, ребята, с детства спортом. Это вам очень поможет. Никогда не поздно заниматься, но чем раньше, тем лучше. Также потом где-то в 12 лет он говорит, приходит и говорит, ребята, вам нужно начать отжиматься. Каждый день. Заставил нас это, да? Отжиматься, подтягиваться и каждый день после школы на протяжении 8 лет мы делали 200 этих повторений отжиманий. По 4 подхода каждый день. Блин, первое время ненавидел. Но потом, как результаты, начали видеть результаты, грудь, короче, грудь. Мы уже в 16 лет мы уже выглядели нормально. Люди начинают обращать внимание, делать комплименты. Ну, это приятно, это и мотивирует. Да, и где-то в 19 лет мы уже, когда учились в институте, мы записались в зал в нашей школе. Был такой спортивный зал. Такой маленький зал. Маленький, да, old school. И 3 месяца мы там походили. У нас был тренер Денис, который показал основу, ну, упражнений. Там присутствовал тренер, который неделю тебя там мотал, показывал упражнения базовые. Да, научились поднимать гантельки, как правильно, как что. 3 месяца походили, и уже к концу 19 лет, когда нам исполнилось, ну, когда уже 19, мы переехали в Штаты. Штаты вы переехали, вы же сами поехали. Да, вы вдвоем. Это была наша мечта. Наша была мечта. Нью-Йорк — офигенный город. Ага. Я думаю, каждый хочет побывать там хотя бы раз. В Нью-Йорке вы тоже мувингом занимались?
Первое время чем вы занимались? Да, как раз первое время это мувинг был. Тяжело было. 20 лет мы записались в зал в Манхэттене. И это не было, у нас не было цели. Жили, наверное, вы в Бруклине, да? Да, жили в Бруклине, но катались. Это была такая тупая затея. Но почему-то мы жили в Бруклине, но всегда хотелось заниматься в Манхэттене. Ну да. Но в Бруклине дешевле. Но не то, что дешевле, тебе просто комфортнее, это быстрее доехать до своего зала, чем кататься там час до Манхэттена, чтобы покачаться. Но я обожал это время. Да. Вот это провождение, время, часа, короче, в трейне, ты смотришь ролики бодибилдинга, пьешь свой приворкаут. Сейчас у вас тоже получается ситуация похожая. Вы в Лос-Анджелесе живете в Голливуде, практически в часе езды от Gold's Gym Venice, где вы сейчас опять начали тренироваться. Но мы, у нас есть мотоциклы. Плохую дорогу в трафике это час. Да, у нас есть мотоциклы, и здесь в Лос-Анджелесе позволено... Позволено между машин кататься. И это нам сохраняет очень много времени. Вы оба ездите на мотоциклах, оба, да? На мотоциклах. Какие у вас мотоциклы? R6. Yamaha R6. Ага. Такие 600 кубов. Окей. Короче, сейчас вы живете в Лос-Анджелесе. Вы тренировались до этого в другом каком-то зале, потому что вы сказали, что зимой в Gold's Gym Venice холодно, да? Прям возле нашей квартиры, в минуты ходьбы, есть зал, называется LA Fitness. Ну и самый коммерческий. Ну, он неплохой зал, он очень большой, есть все машины, которые нужны. Да. Самый лучший зал вообще, это самый близкий зал. Но для нас, как бы, мы любим хардкор, нас мотивируют именно большие ребята, особенно в Gold's Gym, там, звезды тренируются, Декстер Джексон, Хит, до недавнего времени Шон Роден. Ты сам там занимаешься, офигенная атмосфера. Да. Я вообще летел в Америку, летел в Лос-Анджелес специально, чтобы приблизиться в Gold's Gym Venice. То есть для меня вот это ядро всего вообще, всего моего переезда в Америку, именно Gold's Gym Venice. Поэтому я искал и жилье сейчас искал вот прям близко-близко. В 7 минутах езды от Gold's Gym Venice, это такой кайф. Если там с кем-то договариваюсь о съемке, а мне там говорят, вот я там, я уже сейчас здесь. А я прыгаю в машину, и через 7 минут я уже на месте. Это супер. Я как представлю, вот это вот час ехать. Живет мечтой, ребята. Как Арнольд Шварценеггер покачался, пошел на пляж, покупался. Кстати, вот 2 дня подряд, вчера и позавчера, Арнольда в Gold's Gym Venice видел. Блин, мы его еще не встретили. Да, до сих видите, пор. Живем 4,5 года, а встретил раньше, чем мы. Жизнь сфотографировался. Он просто тренируется в 7 утра практически всегда, когда в Лос-Анджелесе. Когда мы спим. У меня так получилось, что 2 дня были ранее. Один день я тренировал ноги с Охерном, и мы уже начали в 4. И то есть к 7 я уже уходил, а Арнольд пришел. Ну ладно, сейчас о вас. Значит, начали вы с бокса, потом плавно перешли в фитнес, потом Нью-Йорк. Потом Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, потому что тепло. Сейчас тоже уже начинаете жить своей мечтой. Обеспечиваете себя работой своей мечты. Скажем так, да, то, к чему все стремятся. Кстати, ребятам 29 лет. Они выглядят, конечно, на 20. Спасибо, мам. Спасибо, мама и папа. Я их, кстати, спросил. Они говорят, что это связано с тем, что у них нет волосяного покрова. Все сейчас все пацаны стараются отрастить бороду какую-то, там мажутся каким-то миноксидилом, там еще что-то, а у парней другая фишка, наоборот. Они рады, что у них нет бороды. Было время, когда мы хотели, чтобы она росла, сейчас думаю, нафиг надо. Расскажите вообще о своих планах на будущее, или даже не планах, а мечтах, я не знаю. Вот как вы себя видите через год, если хотите, или может через 3? Что вы хотите реализовать, как вы хотите себя реализовать? Сейчас очень большой акцент идет на онлайн-тренировки. Мы как раз месяц назад открыли наш веб-сайт www.gtwins.com. Вы можете посмотреть, зайти туда. Да, идет большая работа с нашей командой. Команда в смысле? Да, на нас работает, поддержки? Работает команда. Да, пару людей, которые отвечают технари, за customer service. Ага. Ну вот за это все. Принимают заявки, идет большой объем, да? Идет большой объем клиентов, и мы не успеваем, допустим, всем ответить. Прям большой. Да. Похвастайтесь. Количество, не цифры, не деньгами, а количеством заявок, там или что-то цифры какие-то. Я не буду это анонсировать, но мы очень рады. Да, очень рады. Все очень хорошо идет.
То есть даже неожиданно для вас как будто, да? То есть вы были приятно. Ты знаешь, как я не буду говорить, да, я не буду запустить. Говорить то, что он прямо бумает, как хотелось, но идет прям снежным комом, нарастает каждый день. Да. Каждый день ведутся работы. Круто. Ну, нам это очень нравится. А там как вообще у вас настроено? То есть человек покупает программу единоразово и все? Или там какой-то, допустим, ежемесячный абонемент? Как у вас там построено? У нас построено это на 3 месяца, 12 weeks. И когда человек покупает программу, он заполняет анкету и отвечает на все вопросы, сколько весит, сколько рост, какие продукты он любит, какие не любит, на какие у него аллергия. И как по этой информации создается мил-план. Также каждую неделю они получают новые воркауты. И это все на протяжении 3 недель. И команда, трех месяцев. И команда нам помогает общаться с людьми. Общаться с людьми, отвечать на их вопросы. Ну не вместо вас, я надеюсь. Также и мы, это как вообще. Какие-то технические вопросы они отвечают. Понятно. Так вот, возвращаясь к вашим мечтам, планам на будущее, как вы видите себя через несколько лет? Что будет? Вообще мечта пропутешествовать как можно больше, посетить больше стран, познакомиться с людьми, также раскручивать свой бренд, делать семинары уже в будущем по всем странам, которые, возможно, которые, акцентированы на фитнес сейчас, потому что фитнес очень развивается. Даже в России, в Украине он вырос настолько в последние годы. Даже такие страны, как Индия. У нас очень много поклонников в Индии, так что мы хотим посетить все эти страны. Да, я смотрел вот на днях буквально Джереми Буэнди, я летал в Индию, его там просто как бога встречают. Он выходит на сцену, там просто чуть ли не в слезах, пацаны к нему подходят, о боже, там чуть ли не на колени к нему падают. Ну ты знаешь, это очень круто, ты понимаешь, то, что ты делаешь что-то правильное, ты мотивируешь людей. Он приехал за гостевым позированием, и там, я не знаю, человек 500, его встречают как мессию какого-то. На данный момент это сейчас самое главное, мы не хотим там разбрасываться на разные, на разные вещи. Вот мы поставили цель раскручивать свой бренд, и на данный момент первые 2 года, я не знаю, сколько займет, все будет направлено в наш бизнес. Да, и также мы начнем скоро вам наш уже не канал нужно тоже. YouTube. Да, YouTube канал, но он будет акцентирован на весь мир, не на американцев, на весь мир, кто разговаривает на английском. Я уверен, что очень много наших знает уже английский язык и не будет проблем понимать. А те, кто не знает, ребята, начинайте учить, вам очень, это пригодится в будущем. Если вы хотите путешествовать по миру, если вы хотите себя вам понадобится английский. Хотите ли вы выступать? Мы выступали в Men's Physique, выступали, когда все начиналось только. Да, когда еще только начиналось, когда ребята не были такими огромными, как бодибилдеры. Выступили мы 4 или 5 раз. В принципе, мне очень нравилось выступать. Самая главная вещь, которая мне нравилась. Я победитель, Еревали, мы победители по жизни, и мы хотим выигрывать первые места. И вот эта сама подготовка нам дала очень много. Мы прямо каждый день приходили в зал и долбили как никогда. Кушали как никогда. Потому что есть конкретная цель. Это помогает держать себя в тонусе. Вот это самое я бы выделил, самое такое, то, что это нам дало. Да, бенефит. Сам Men's Physique нас больше не привлекает, потому что ты пашешь очень много, а на сцене там сколько ты, максимум минут? 10 секунд. Это действительно. Попозировал как модель. Да, очень много людей. Бывают такие турниры даже высокого уровня, когда очень много людей в одной категории. Они даже иногда не дают возможности даже вот этих 30 секунд на презентацию. Они просто вываливают 15 людей, выходят на сцену, и они прям из линейки уже просто выбирают. Ты показываешь фронтальную, заднюю, фронтальную, заднюю, фронтальную, заднюю. Все ушли. И ты готовишься, 4-5 месяцев. И потом там чувакам даже не дают возможности действительно там что-то показать. Это обидно. Да. Вообще мы фанаты бодибилдинга, вверх нам дано генетически, вверх тела, ноги нужно еще подработать. Да, как подработаем наши ноги, в классик физик сразу. Ты знаешь, может быть, даже через 2 года. Да. Да. А почему бы и нет? Я люблю позировать, я люблю бодибилдинг, я люблю этот спорт всей душой. Хочу вам пожелать успехов. Спасибо большое. Да, я уверен, что у вас все будет нормально,
тем не менее, слово поддержки лишним никогда не будет. Еще если вас поддержат подписчики моего канала, вообще будет здорово. Инстаграм парней я оставлю в описании под этим видео, конечно же, Organic Twins. У них один общий аккаунт, потому что они по-настоящему одна команда. Спасибо вам, парни. Спасибо большое. И это был канал Спортфаза. С вами Алексей Мокш. Перевел вас. Почему Алексей Мокш и канал Спортфаза? Всем счастливо, ребят.